Итак, я очень рада, что сегодня мы с вами будем создавать вместе вот такую вот розочку. Это несложный цветочек, но он очень красив. С ним справится даже начинающая мастерица. Но даже если вы уже специалист в вязании, иметь такую розочку в арсенале будет замечательно. Для вязания нам понадобится. Я взяла обычные полушерстяные ниточки, которые у меня были дома. Подходящий крючок. У меня это крючок номер 3. Ножницы. И иголка. И, конечно, хорошее настроение и желание научиться чему-то новому. Без этого никак. Специально для вас я составила вот такую схему розочки. Буду ее каждый ряд вам показывать. Смотрите. Начинаем вязание мы с цепочки из 41 воздушной петельки. Все очень просто пока. Начало вязания у каждого может быть свое, поэтому начинайте так, как вы обычно привыкли. Я не буду вас этому учить. Смотрите, если первую петельку вы не затягиваете туго, вот как я, то она считается первой петелькой вашего вязания. Считаю 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и одна петелька подъема. У нас получилась цепочка из 41 воздушной петельки. Дальше смотрим схему. Мы с вами будем вязать, начиная во вторую от крючка петельку, столбики без накида в каждую петлю воздушной цепочки. Так до конца ряда, до самой первой петли, с которой мы начинали. Так. Начинаем. Находим вторую от крючка петлю. 1. 2. Вяжем в нее столбик без накида. Следующую. Аналогично, столбик без накида. Здесь у нас с вами будет большое преимущество. Нам не нужно будет считать, сколько именно столбиков мы связали. Вяжем до конца цепочки. Столбики без накида. Вы можете вязать в своем темпе. Я вяжу медленно. Не так, как обычно. Сейчас мне просто немножко мешает камера, потому что я сижу между мной и вязанием камера. Я в обнимку с ней
вам показываю, как нужно делать. Стараюсь попасть в нужную петлю, смотря через объектив камеры на свои руки. Очень хочется, чтобы получилось четкое изображение, не смазанное. Столбики без накида – это основной прием вязания небольших игрушек амигуруми, которые вы наверняка уже видели. Они сейчас стали очень популярными. Небольшие зверюшки, вязаные овощи, фрукты, цветы, которые основной прием вязания которых именно столбики без накида. Поэтому, умея их вязать, вы уже почти освоите приемы вязания амигуруми. Я надеюсь, что многие из вас уже связали до конца столбик без накидов и сейчас ждут меня и остальных. Все, мы уже почти довязали до конца ряда. Ура! Так, мы дошли с вами до первой петельки, которая говорила я, что вот я ее не затягиваю, начальную петельку, поэтому я в нее буду вязать столбик без накида, последний. Итак, у нас с вами получилась цепочка из воздушных петелек, обвязанная столбиками без накида. Вот так. То есть она стала у нас пошире. Возвращаемся к нашей схеме. Смотрите. Мы с вами связали столбики без накида в каждую петельку. Теперь мы будем вязать арочки из воздушных петелек. Мы набираем на крючок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек и вяжем столбик с двумя накидами в пятую от крючка петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с двумя накидами. Дальше то же самое. 7 воздушных петелек и столбик с двумя накидами в пятую от предыдущего столбика с двумя накидами петлю. Так мы вяжем с вами арочки до конца ряда. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Как нам посчитать пятую от начала, от нашей цепочки петлю? Мы будем считать по косичкам наверху. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта петелька у нас будет пятой. В нее нам нужно будет вязать. Итак, мы поворачиваем вязание. Делаем 1, 2 накида на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем пятую петельку. И в пятую петлю вяжем столбик с двумя накидами. Так мы будем делать до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек, 1 накид, 2 накид. Отсчитываем пятую петельку от нашей цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем крючок. Натягиваем туго нашу рабочую ниточку, чтобы у нас в этом месте не растянулась петля. Опять подтягиваем петельки на крючке. И провязываем дальше так, как мы обычно провязываем столбик с двумя накидами. У нас есть две арочки. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Первый накид, второй накид. Отсчитываем от нашей цепочки 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Вводим крючок и провязываем, натягивая ниточку, столбик с двумя накидами. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первый накид, второй. И в пятую петельку 1, 2, 3, 4, 5 вводим крючок. Так, ввела не под две. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два накида. Опять отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 пятую петлю и провязываю в нее столбик с двумя накидами. Так делаю до конца ряда. У нас с вами должно получиться 7 арочек. Один, два, три, четыре, пять. Вставляю под косичку и вяжу столбик двумя накидами. Два накида и 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю последний столбик с двумя накидами. Я буду провязывать
последнюю петлю этого ряда. Смотрите, последнюю петлю ряда я буду провязывать столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Два накида и в последнюю петельку этого ряда провязываю столбик с двумя накидами. Вот что у нас с вами получилось. Вот такая заготовочка. Сейчас будем продолжать.